Вчера в мире отмечали День здоровья. В Мариуполе в этот день медики скорой помощи провели для детей познавательный урок. Врачи рассказали и показали, как нужно правильно оказывать первую помощь, чтобы спасти жизнь человеку. Встреча прошла в библиотеке имени Горького. Лекцию провел главный врач станции скорой медицинской помощи Валерий Закрыжевский. Врач рассказал школьникам о нелегкой работе медиков, о том, как и когда нужно вызывать скорую. Ребятам показали, как остановить кровотечение, накладывать шины и жгуты. Крутите, пока рука не станет бледной и не остановится кровотечение. Жгут накладывается ниже раны или выше? Выше, правильно. Ниже раны можно накладывать, если это венозное кровотечение, в принципе, можно. Вот. Но лучше всего при венозном это давящая повязочка. Да? Детей научили не только оказывать доврачебную помощь, но и правильно вызывать медиков. Школьники сами вызвали и встретили скорую помощь. Карета приехала оперативно. Ребята говорят, встреча интересная и познавательная. Узнали для себя много полезного. Да, много чего узнала о переломах, ну, о всяких травмах, которые можно... Как дать человеку до скорой помощи помощь какую-то.